Не, не надо. Хрен. Не знаю, кто это. Карп. А, сошел. О, блин. Хороший был. Всем привет. Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня с Андрюхой. Андрюха, приехали за карпом самом на, будем 11 часов ловить на весь день. Ну, что у нас будет, не знаю. Сегодня взял много разного бойла с собой. Вкуса разного, все 15 миллиметров. Так что будем пробовать ловить. Какие-то поклевочки у меня здесь опять. Да. Ай, мимо, блин. Надо было ждать паровоз. Ладно, перезабросим. Ну вот, забил кормушку кормом. Бойл 15 миллиметров. Сейчас его покажу. Вот такой вот. Сейчас будем закидывать. Пытаюсь закидывать все время в одну точку, чтобы хоть немножко подкормить так. Сейчас попробуем. Вот сюда примерно. Сейчас натянем, зафиксируем, поставим на сигнализатор. Будем ждать очередную поклевку. У меня там клюнула эта плотва, блин. На меня идет. О. Как давить начинает здесь, возле берега. Так, у меня там вторая донка, не надо туда. Ну покажись, покажись. Ай, как гнет, ай, как гнет. Тихо, тихо, тихо. Ай, как гнет он, смотрите, о. О, вынырнул. Андрюха мне поможет. Ну так он просто не сдастся еще. Ой. Есть. В домике. Хороший. Ну, подожди, подожди, подожди. Так, не, подожди. Ну давай так. Пятерочка. Не? Ну, кидай его, потом разберусь сейчас. Ага, спасибо. Какой красавец. Ну, паровоз дал хороший. Вы это уже видели на камере сейчас. Я поставил камеру, там снимал. Паровозик вы видели. Да, ты был прав. 3800. Ой, надеюсь, видно. 3800. 800. Но все равно приятно.
Да, сейчас пару фоточек сделаем. У Андрюхи вон какой аппарат с собой. Так что в Инстаграме скоро, на Фейсбуке фотографии будут перевечены на видео. Поэтому подписывайтесь туда тоже. А сейчас мы с ним пару фоток. Тихо, тихо. Ну, блин, мощный. Ну все, пойдем его отпускать. Можете его в то озеро отпустить? В это отпустить? Зарыбить? Не. Где поймали, там и отпустим. Только не прыгай, пожалуйста, дружок, сейчас. А сейчас Андрюхи прикормим здесь. Все, пошел. Спасибо. Этот карп клюнул у вас вот на такой бойл. Сейчас поставим другой, наверное. Будем пробовать разлавливать все. Поставим ананас с бананом. Посмотрим, как на него будет он клевать или нет. Это мы закрываем. Пробили. Стопорочек в сторону. Ой, упал. Бойл насадили. Сейчас забьем кормушку. Солнышко у нас вылазит, погодка налаживается. Так что, если хоть рыбу много не поймаем, то отдохнем хорошо. Ну все, насадили приманку. Пойдем закидывать. Я говорю, пытаемся кидать в одну точку. Один у нас уже сошел карп, и второго взяли. Вот туда. А вторая удочка на сама пока молчит у нас. Я вот думаю, может быть, все-таки поменять бойл, там поставить поменьше. Там у нас 22 миллиметра стоит. Или вот, я думаю, поймать плотвичку, порезать ее и поставить на плотву. Тоже же должен на нее клюнуть, по идее. Ну, посмотрим. Время у нас еще есть, будем думать. Сейчас пока ставим удочку. И что скажете насчет того, то, что вот снимаю, так стоит камера? И снимаются поклевки. Интересно вам такое смотреть, когда эти паровозы начинают идти или нет? Напишите в комментариях тоже. Если будет интересно народу, то буду все время ее ставить и снимать. А то так бывает, 6 часов наснимает одна поклевка, блин, и потом думаешь, стоит ли это вообще делать или нет. Поэтому напишите в комментариях. Будет интересно посмотреть ваше мнение. Андрюха вон такой мешочек сделал. Положил туда пеллетсы. Несколько штук. И с крючком один будет у него. Ну, посмотрим, как у него на это клюнет. Экспериментируем, ищем, на что лучше клюет сегодня. Бросок есть. Ставим. И ждем. Карп? Fucking hell! 22. Well, yeah. No, 60 mil boy. Yeah, 60 mil good pellet. They will go for it.
fish. Worst thing is at night, when they Catch yeah, peep, peep, catch peep, peep. And you just peep, 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 peep. Mm. У Андрюхи палец, то, что я вам показывал, мешочки. 16 миллиметров. Все правильно, засекся снизу, за нижнюю губу вернее. Ну вот. Хороший щенок. Я тут думал, блин, сом уже. Все, ушел. Гусята с маленькими. Шипят еще, блин. Чего? Чего? Ладно, не будем вам мешать. Давай, давай. Андрюха курицу замариновал. Шашлычок сегодня будем кушать. Да, Андрюх? Красота какая. На природе, да. Ну все, наш обед готов. Будем кушать. Там ведь есть тутти-фрути. Тутти-фрути. Ну все, спасибо им. Спасибо. Пошел. Ну конечно, камера была не включена. Показалось, что включил, но поспешил, блин, надо было секунду хотел подождать и не заснял. Ну, паровоз вы видели, карпика достал, сейчас поставлю фотку. 4440 был, блин, как так не заснял. Ну ладно, рыба отпущена, я думаю, пока ставлю материалы с этой камеры, какие-то моменты, фотографию, так что будет видно. Ну, как есть, так есть. Ладно, будем пробовать дальше. Взял, кстати, опять на тутти-фрути. Все вкусы уже перепробовал. Второй сом, ой, второй карп на тутти-фрути. Ну вот и все. Рыбалка подошла к концу. Взял сегодня на эти удочки двух карпов. И один сошел. Ну ничего, посидели. Весь день отдохнули. Лучше все-таки, чем на диване дома. Погода нас сегодня порадовала. Солнце было, ветра не было, дождя тоже не было. Так что рыбалка нормальная. Мелочь не долбила, не мешала рыбачить. Поэтому все было хорошо. Ладно, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Пока.